Выслушать и помочь. Крымчане смогли обратиться с наиболее важными экономическими и социальными проблемами в Общественную палату республики. Задача организации – оказать содействие населению в контакте с органами исполнительной и законодательной власти. На приеме граждан прозвучали как просьбы, так и предложения. Юрий Родионов обратился с разработкой одноразового шприца. Нельзя сказать, что это уникальное открытие. Во многих странах уже давно практикуют подобное изобретение. Но, как правило, такой импорт выходит в копеечку. Идея Юрия Ивановича не требует больших затрат, и после одного применения использовать медицинский инструмент гарантированно уже не получится. Мой макет, это я сделал на кухне, он очень прост. Вот делается два игольчатых отросточка и такие вот ушки, который зацепляет его. И как только я начал вводить, видите, что получается? Общественная палата служит своеобразным мостом между людьми и властью. Но зачастую граждане приходят на прием с личными просьбами, забывая о том, что данная организация призвана лоббировать общие интересы простых людей, а не решать все конкретные текущие проблемы. Предложение, с которым обратился Юрий Родионов, как раз проявление гражданской инициативы. И мы будем пытаться ему помочь в этом деле. А помогая ему, будем помогать нам всем. Кто-то захочет вложить деньги, инвестор какой-то или государство, то мы будем считать, что мы приняли участие вот в этой серьезной программе импортозамещения, которая особенно сегодня в условиях несправедливых санкций со стороны западных стран очень важна. Остальные обращения граждан не менее важны. Кому-то нужна помощь в оформлении земельных участков или получении лекарств. В Общественной палате обещают, если не решить проблему, то хотя бы посодействовать. Ирина Гратила, Денис Тищенко, Время новостей.